Перспектыўным праектам рэалізацыі камерцыялізацыя. Сёння ў Мінску стартаваў першы маладзёжны інавацыйны тыдзень «Інмакс-2015». На працягу некалькіх дзён з юнымі распрацоўшчыкамі, аўтарамі перспектыўных бізнес-ідэй, будуць працаваць прафесійныя бізнесмены, аналітыкі і выкладчыкі. Таксама пройдзе стартап-вікенд, кірмаш вакансій, выстава навуковых дасягненняў і фінал гарадскога этапа конкурсу «100 ідэй для Беларусі». Молодежь, вы должны сегодня общаться с бизнесом, учиться у них, учиться именно воплощать свои идеи в производство, коммерциализировать свои идеи. Можно идеи выдвигать очень много, но не воплощать их. И понимать цену своей идеи. Оргкомитет принял решение вот именно оказать содействие, им дать места и в технопарке. У нас возможность закончится реконструкция нашего технопарка и парки высоких технологий. А завтра одразу на двух пляцовках у Национальной библиотеки и у парку высоких технологий пройдет кермаш инновационных идей. Его удельники презентуют потенциальным инвесторам свои распрацовки и бизнес-стратегии.